90 лет в строю. Арсентий Иванов – ветеран Великой Отечественной, военной службы, правоохранительных органов, труда. За свою жизнь столько раз снимал и надевал погоны, что сразу не вспомнить. Вместе с ним в день юбилея награды и стаж службы считали сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашии и наша съемочная группа. Арсентий Васильевич Иванов все свои 90 лет помнит как один день, несмотря на то, что жизнь получилась очень насыщенной событиями. Ровно за 3 года до победы, 9 мая 1942 года, он попал на фронт. Правда, ненадолго. И попал я под Воронеж. Под Воронеж в составе 16-й мотострелковой бригады. Ну, провоевал очень мало. У нас ни техники, ничего такого нету. А немцы прут. 4 дня провоевал, и меня ранило. Ногу, руку, правую, левую ногу. И увезли в Оренбургскую область, тогда, сейчас Чкаловская область. И в ОКО госпиталь. Там пролежал 1,5 месяца. И меня выписали оттуда домой. Через 3 месяца меня обратно призвали. Отправили в Удмуртскую республику, в лес, какой-то запасной полк. После специального обучения Арсентий Васильевич стал связистом. И уже в этом качестве прослужил не только до конца войны, но еще 3 года после. Армии нужны были квалифицированные специалисты. А потом жизнь полетела как скорый поезд. Станция Архангельск, станция Капустин-Яр, станция Ленинград, станция Чебоксары. В Чебоксарах Арсентий Васильевич сменил военные погоны на милицейские, придя в политотдел Министерства внутренних дел. Хрущев пришел, власти разогнал, там политопарадную в МВД, политодел был, и разогнал Хрущев, ничего не осталось. Когда Брежнев пришел после него, он восстановил. Вот я там, значит, это был старшим, освободил из должности замначальника отдела исправительных трудовых учреждений по политчасти. И меня туда. Я там проработал 8 лет еще. Хотя в отделе исправительных учреждений, а служба исполнения наказаний тогда входила в состав МВД, Арсентий Иванов прослужил недолго, связь с коллегами никогда не терял. Счастливы мы тем, что вы до сих пор у нас в строю, что ни одно мероприятие без вас мы не проводим, что на все праздники к нам приходите, что вы нашу молодежь воспитываете. Вот даже если вы ничего не скажете, но появился Арсентий Васильевич при орденах, вот это уже большое дело. Зал уже сразу встает. Секрет долголетия Арсентий Иванов раскрывает охотно здоровый образ жизни. Причем советует с молоду заботиться не только о физическом, но и о моральном самочувствии. Быть честным с людьми и с собой, любить свою родину, свою семью – это тот самый стержень, который, несомненно, и есть у старшего поколения. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, «Республика». Долгих лет жизни вам.